Это был хороший матч для дачи, я думаю, для болельщиков. Игра смотрелась, было видно, что соперники, никто не хотел ни морально уступать, там, ни играть вторым номером. Игра была открытая, игра была такая мужская. Ну, в этой игре, учитывая то, что дачи точно отступать некуда, это поражение полностью бы выбило нас из чемпионской гонки. Сейчас мы остаем 3 очка по потерянным. Если мы так круг закончим, даже с минус 3 очка, то я думаю, что команда с таким духом 3 очка легко отыграет. Такой счет убедительный 3-0 стал для вас сюрпризом? Я не знаю, сказали ребята, не сказали в раздевалке. Я сказал, если будем придерживаться плана дальше, забьем еще 2 гола. Я был уверен, что если мы продолжим играть тот футбол, который мы играем, ну, давайте так, если честно, то все, что сегодня Шериф показал, это ровно то, что было прочитано до начала игры. Вот, не хочу хвалить тренерский штаб, людей, кто разбирал, объяснял. Сегодня самая большая заслуга футболистов в том, что они беспрекословно, не считая определенных вещей, выполнили те установки, которые получили. Я жалею, что они после забитого гола с Зарей отошли от того плана, который был. Как вам Исмаил Иса? Помог бывший игрок Шерифа наказать Шериф? Я его люблю, то, что он настоящий игрок дачи, а то, что он бывший игрок Шерифа, я, честно говоря. Я абсолютно убежден, что это сильный футболист. Я очень рад, что он принял приглашение дачи. И могу сказать вам, что я его пытался привести еще до начала Еврокубка. Это была очень долгая дорога по привлечению его в наши ряды. Это квалифицированный футболист. Я еще раз говорю, я считаю, что линия атаки это сильное подкрепление, которое к нам поступило. И надо понимать, что он еще не до конца раскрылся, я вам скажу. Я уверен, что это будет рост. После матча зашли в раздевалку, потом Максим Фичук поделился, что вы там собираетесь отблагодарить премии. Да? Ну, о чем речь? В каком размере? Они то же самое спросили. Я сказал, что тот факт, что я сказал с меня. Они говорят, что? Я говорю, поверьте, это уже много, что я сказал. Так что я не хочу и вам раскрывать детали. Ребята сегодня сделали свою работу, мужскую работу. Я еще раз говорю, я благодарен тому, что мы не вылетели с чемпионской гонки. Конечно, у меня есть сожаление, что мы проиграли Заре. Ну, я думаю, что по итогу там в тройке не будет Зари. Так что ничего страшного. Сегодня был какой-то матч-реванш, может, реванш за то, что после чемпионства прошлого. А почему реванш? Мы последние 2 года вообще не проигрываем Шерифу. Мы проиграли за счет рикошета чемпионский матч. Мы сыграли 3 матча в прошлом году, ни один не проиграли. 2, по-моему, выиграли, 1 ничья. А предыдущем то же самое. Если вы посмотрите последние, там, не знаю, там, 10 матчей, то я думаю, тут... Я в раздевалке им сказал одну вещь. Поверьте, они сейчас вас боятся намного больше. Те из них, кто не понимают, куда они приехали, это для вас сегодня сладкие пирожки. Воспользуйтесь ситуацией. Те, кто понимают, будут с вами биться. По-мужски, жестко. Те, кто не понимают, просто смотрят таблицу. Это сегодня ваш шанс. Перекусите их в центре поля, и будут атаки. Так оно и получилось.